в Оренбурге на улице Розы Люксембург по просьбе Сергея Кузнецова были нарисованы портрет Юрия Шатунова, Розы и вот так изображение. Уличные художники украсили гараж и подписали рисунок. Указано, что сделан по просьбе Сергея Кузнецова. Фотографиями поделились в соцсетях. Ну, естественно, уже и в Оренбурге устроили память возле дома детства, где проходило детство Шатунова. Люди шли и несли цветы дому, где воспитывался Шатунов. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом.